В день 90-летия в Канаше состоялось открытие сквера огнеборцев. Пожарная часть номер 15 десятки лет стоит на страже города. Поэтому местные жители идею спасателей поддержали с радостью. Из бюджета на его строительство было выделено более 800 тысяч рублей. Память о доблести и мужестве канашских пожарных отныне увековечена в сквере огнеборцев. Идея его создания принадлежит ветерану МЧС Василию Нягину и сотруднику Чувашского главка МЧС России Александру Бараматову. Не один год они и их сослуживцы отдали охране города от чрезвычайных происшествий. Благодарен всем тем ветеранам, которые воспитывали молодое поколение. Благодарен всем тем молодым сотрудникам пожарной службы, которые не боятся, приходят служить и нести соответствующую ответственность, выполняя прямые свои функциональные обязанности. Главной достопримечательностью сквера стал автомобиль «Урал». С его помощью были спасены сотни человеческих жизней. Теперь он на заслуженном отдыхе. А на смену ему пришла новая пожарная машина, ключи от которой временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев вручил огнеборцам. И этот автомобиль будет не менее геройским, чем тот, который сегодня мы видим в качестве памятника. Автомобилю с 84 года около 30 лет защищал покой граждан, участвовал в тушении многих крупных пожаров, в частности, на Канашской нефтебазе, в частности, на крупном пожаре, который произошел на станции «Мыслец». И, конечно, это символично, что он сегодня вот олицетворяет, наверное, доблесть пожарных, которые и показывает победу пожарных над тем врагом, с которым мы всегда боремся, над огнем. Борьба со стихией не всегда обходится без жертв. Минутой молчания почтили тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других. Но сотрудники МЧС надеются, что сквер станет тихим уголком отдыха для горожан, символом спокойной жизни. Собственно, ради чего пожарные трудятся ежедневно. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.